Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами исправим ошибку, допущенную в процессе вязания фангового рисунка. Видите, у меня слетела петля, вот она. В процессе вязания, то есть пока я вяжу, я стараюсь это место не трогать. Слетела петля, я ее оставила. Исправлять буду потом по готовому полотну, это гораздо проще делать с лица, чем с изнанки. И более того, если есть возможность, эту петельку лучше подколоть булавкой, чтобы она не пошла распускаться дальше. Не тяните полотно, не пытайтесь исправить ее, если петля улетела слишком далеко и вы не видите ее. Проще сделать это, когда уже все связано. Итак, мы берем, подцепляем нашу петлю. Вот она. Стараясь не упустить и дальше. И теперь смотрим, что у нас по соседнему рисунку. Здесь должно быть две петли. Зеленых. Так, ну там еще и протяжка. Поэтому две петли зеленых. Протяжку подцепили с изнанки, чтобы она никуда не потерялась. Две зеленых. И третья белая. Мы ее цепляем. Вот рисунок наш никуда не делся. И соединяем. Там, где у меня был кусочек зеленой ниточки. Завязываем узелок такой вот, пропускаем его на изнанку. Это один из вариантов исправления ошибок. И вот таким вот способом мы подняли петлю, вот где наша ошибка была. Теперь с обратной стороны наш узелок ничем не закреплен, естественно. Мы его закрепляем за протяжки. Протяжки. Просто продеваем петлю ловителем ниточку, завязываем узелок. Заодно закрепляем протяжки, возможно, если мы где-то что-то не подцепили в процессе поднимания петли. Все, узелок завязан, мы его можем убрать, спрятать. Отрезать лишнее, естественно, чтобы у нас ничего не болталось. И вот таким способом мы с вами спасли вязание. Его теперь можно тянуть, растягивать как угодно. Теперь ему ничего не будет. Мы с вами исправили ошибку. Еще раз повторю, такие вещи лучше не делать на машинке. Сняли с полотна, сняли с игл, после этого уже можете исправлять. Так это будет гораздо эффективнее и проще. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня». Ваша Наталья Некрасова.